О непокорной реке Вахш в таджикских аулах издревле слагались легенды. И старики сомневались, что строители смогут обуздать ее. Но уже в январе 85 года Байпадинская ГЭС дала свой первый ток. Намного раньше срока. И вот пуск последнего, четвертого агрегата. И снова досрочно. Бригадир монтажников Виктор Семенович Дмитриев считает, подрядный метод – вот главный фактор ускорения темпов строительства Байпадинской ГЭС. Команда, и ожила турбина. Пошел промышленный ток. По случаю пуска короткие рукопожатия, за которыми 5 лет упорного труда. Начальник Нурэггэсстроя Карпов сказал. Пуск должен был состояться в декабре месяце. Только благодаря рабочей эстафете и нашему творческому содружеству заводов-поставщиков удалось досрочно запустить 4-й агрегат. Было поставлено оборудование с заводов Свердловска, Новосибирска, Харькова, Запорожья на 1/2 года раньше срока. Вот 4-й агрегат позволяет использовать потенциальные возможности реки Вахш и отдать свои силы на пользу нашему народному хозяйству.